Здравствуйте. Прошу вас, спасибо большое. Давайте знакомиться. Давайте. Ну, я вас знаю, как зовут. Меня зовут Алексей. Алексей, очень приятно. Очень приятно. Расскажите мне о себе, Леша. Мне 30 лет. Я приехал из города Обухово Киевской области. Вот. Женат. Сыну 3,5 года, дочке год и 10 месяцев. Сегодня не вижу с вами никого из... У меня жена с сыном на лечении в Германии. Сначала думали, что опухоль печени, а потом оказалось, что это все-таки опухоль надпочечника. Мы прошли 4 блока химиотерапии, прошли операцию, прошли еще 4 блока химиотерапии. Первые 2 месяца было тяжело спать, потому что он всегда рядом. Так просыпаешься – дышит. Закрыл глаза спокойно. Просыпаешься – дышит. Закрыл. Привет! Скоро пойду на X-Factor, на кастинг. Буду петь песни. А, ну, у тебя одна есть уже 4. Нет, 3, да. От Маши, Саши и меня. Ну, и понял. Папа, пожелаю удачи. Я ему удачи. Мы задавали вопрос, кем ты хочешь стать. Ну, как бы в 3,5 года я говорю, ну, что тебе ребенок там может сказать? И он говорит, я хочу быть как папа. У нас так как бы с сыном одинаковый, наверное, девиз по жизни. Если уже начали, значит, надо побеждать. Твое на снегу, я молитвой тебе помогу. Ах, неспроста так уныло сияет звезда над далекой чужой стороной, над твоей и моей судьбой. Мне бы быть звездой той, что над тобой, видеть, что ты рядом и что живой, радоваться вместе рождению дня, хрупкую надежду в душе храня. Если снова бой, вся моя любовь устремится первой, теряя кровь, мы уйдем от нашей с тобой войны и моей невысказанной вины. Малыш, среди улиц, домов и крыш, непрекаянно чуть дыша, заплутала моя душа. Ах, неспроста так упрямо твердят уста, все пройдет весенней порой, ты вернешься, мой сын, мой герой. Мне бы быть звездой, точно над тобой, видеть, что ты рядом и что живой, радоваться вместе рождению дня, хрупкую надежду в душе храня. Если снова бой, вся моя любовь устремится первой, теряя кровь, мы уйдем от нашей с тобой войны и моей невысказанной вины. Ах, мой сынок, на какой из чужих дорог стынет сердце мое на снегу, я молитвой тебе помогу. Thank you.
Що б не сказали судді, він має тритак від свого синочка до цієї своєї дружини. Від мене четверте, від вас п'яте, шосте. Я думаю, що це від серця до серця. Я схильний тебе підтримати. Дякую. Ніно, що думаєш? Я думаю, що ви дуже відкритий і такий музикальний чоловік. Головне, що ви були свободні від історій, які случаються в нашій житті, щоб було легко петь і голова була свободна, а серце дишало просто музикою. Спасибо большое. Друзі, мені кажется, ви забыли, собственно, про песню. Пела Алексея, у меня звучала Людмила Марковна. Как она гениально все это доносила, понимаете, с какой болью. Как она помогала руками петь, да, себе? Мы идем от нашей с тобой войны. И она руками, и это было мощно, что ни одна певица с голосом бы так не спела, как пела эта Людмила Марковна. Здесь это было, ну так, туда-сюда. Ну, и что ты скажешь? Голосу нет, конечно. Говорит, да. Боюсь спросить, что у вас произошло, потому что видно, что чувствуется очень честно эта песня, и вами поется очень искренне. Боюсь спросить только потому, чтобы фактор ваш жизненный не влиял на мою оценку, а я оценивать должен вас как человека, который проходит кастинг. Скажу откровенно, что я увидел вас только в этой песне. Мне кажется, что в других песнях вы будете не настолько интересен. Я говорю нет. Леш, я тебе скажу так, але тебе два дни не дозволяют пройти далее. Дякую, что пришел. Удачи. Мог сказати «да». Все нормально. Я б сказала, якщо б не камера. Все, що я думаю, как так, бы Беннер поводом. Все хорошо. Мне очень понравилось. Спасибо. Леш. И мы с тобой говорили, вне зависимости ни от чего, у тебя есть 4 «да». Спасибо. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш официальный канал на YouTube. Там есть много чего интересного.